В Аккиз-Тагайском сельском округе Жилойского района в библиотеке номер 13 открылся коворкинг-центр. На церемонии открытия нового проекта под эгидой программы «Рухани Жангару» приняли участие молодежь и жители села. Из районного бюджета выделены средства для обновления материально-технической базы коворкинг-центра и библиотеки. Были оснащены 5 компьютерами, проекторами, экранами и другим необходимым оборудованием. Теперь читатель, придя в библиотеку, может пользоваться интернетом. Дети смогут читать интересные сказки и играть в шашки и шахматы. В центре также будут организованы конкурсы и дискуссии. Сейчас в регионе имеются 206 045 книг, а в коворкинг-центре 8480 книг. В центре работают 2 специалиста. Стоит отметить, что новый проект «Барти Нуротан» направлен на создание единой онлайн-библиотечной системы и копирование всего книжного фонда страны в электронный формат.